Добрый день, мы из Украины. Смотрите, ну, враг использует тактику и дальше. Выехал в поле, пострелял, спрятался в населенный пункт. Использует там бета-ферму, рассылает всякие месседжи, кто уже сейчас украинских номеров. Все пропало, я вижу там чеченцы, какие-то моряки, там их так много, они сейчас наступают. Да, они развертывают наземную операцию, ну, что такое. У них потери, они вон стащили сюда, стоят. Ну, гонят уже не технику, так чтобы было понятно, а гонят кунги с людьми. И вот я там знаю, где стоят 300, где 300, 200. Они ЛНР, ДНР, обыкновенные люди, их взяли, посадили, заставили, сказали, все, едет, и притащили сюда. Они не то, что не вояки, они никак. Они говорят, мы хотим домой, мы тут пешком дойдем. Вот, но это заградотряды мешают нам это сделать. По сути, это все движение ради отвлечения нашего внимания. Ну, к сожалению, есть обстрелы, которые нас действительно там наносят повреждения, какие-то увечья. Вот, но мы не можем стрелять по селам в ответ. Ну ничего, мы немножко терпеливо дождемся, нас не обмануть. Вот, поэтому ситуация у нас, сложно назвать контролируемая, ситуация у нас стабильная. А дальше мы там по своему плану двигаемся. Буду теперь меньше говорить про военные вещи, буду говорить, что у нас все хорошо. Не знаю, может рассказывать плохие шутки про засранцев. Ну, я еще подумаю, а то под обстрелами не сильно хочется там сильно быть веселым. То есть все норм, с настроением, все хорошо, с боевым духом, мы им наклепаем.